Shema, Yisrael. Шалом, друзья! Я сегодня хочу с вами поговорить о такой важной теме, как Божье избрание. Знаете, сегодня в христианском мире очень принято говорить много о посвящении и провозглашать о том, что мы являемся царственным священством. Но для того, чтобы понимать эти вещи, мы должны понимать, что у священника есть не только права, но и обязанности. И об этих обязанностях очень четко и конкретно прописано в Писаниях Танаха. Я хочу сегодня заглянуть с вами в книгу Шмот, Исход, где говорится об избрании первосвященника и его сыновей на эту ответственную должность. Итак, мы открываем с вами книгу Исход, 28 главу. Второй стих. «И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия». Я хочу, чтобы мы с вами обратили внимание, что одежды первосвященника были одеждами славы и благолепия. Интересно, что часть этой одежды, в часть одежды первосвященника, входил наперстник судный. И в этом наперстнике было 12 камней. На каждом камне было вырезано имя одного из колен сынов Израилевых. И эти камни, они находились постоянно на груди первосвященника. Я хочу прочитать вам 30 стих 28 главы. «На наперстник судный возложи Урим и Тумим, и они будут у сердца Аарона, когда будет он входить во святилище перед лицем Господне, и будет Аарон носить суд сынов Израилевых сердца своего пред лицем Господним». Каждый год, когда первосвященник входил на Йом-Кипур в судный день, во святое святых, он всегда вносил с собой эти камни, которые являлись символом народа Израиля. То есть тем самым он вносил в Божье присутствие сынов Израилевых. И мы знаем, что принимая первосвященника, Всевышний принимал также и сынов Израилевых. Это очень важно понимать, потому что мы сегодня, как священники, как служители, являющиеся частью нашего первосвященника, являясь телом нашего Машеха, мы также вместе с ним сегодня входим в Божье присутствие и также вместе с Ним продолжаем ходатайствовать сегодня за этот неспасенный мир. И это сегодня великая честь и привилегия у сердца носить нужды и заботы этого мира. Знаете, это важно понимать, потому что священника Всевышний повелел Аарону, чтобы он приносил жертвы. И первая жертва – это была жертва за грех. Следующая жертва – это была жертва всесожжения, жертва Аллах. Я хочу прочитать вам 29 главу, 20 стих книги Шмот, Исход. «И заколи овна, и возьми крови его, и возложи на край правого уха Аарона, и на край правого уха сынов его, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропи кровью на жертвенник со всех сторон». Интересный момент. Мы здесь видим, что это жертва всесожжения, это жертва, которая приятное благоухание Всевышнему. Знаете, я хочу обратить ваше внимание, что покропить надо было три части. Это ухо, это палец, большой палец правой руки и большой палец правой ноги. Знаете, во всем этом ритуале есть определенный символизм, который обозначает следующее. Я могу вам сказать свою версию, вы поразмышляете над этим. Знаете, ухо кропилось для того, чтобы священник способен был слышать голос Божий. Палец правой руки кропился для того, чтобы священник имел определенную святость при служении Господу. И палец правой ноги символизировал собой осторожность, хождение по Слову Божьему в присутствии Божьем. Знаете, интересный момент, что та же самая процедура кропления трех этих частей тела священника, она описана в книге Левит, где кровью жертвы повинности кропили человека, который был болен проказой, и он приносил жертву повинности, эта жертва приносилась, и кровь этой жертвы кропилась на того человека, кто получал очищение от проказы. 14 глава книги Ваикра, книги Левит, 14 стих говорит: «И возьмет священник крови жертвы повинности, и возложит священник на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой правый палец правой ноги его». Я хочу обратить ваше внимание, что и прокаженный,
И первосвященник, и его сыновья, они очищаются одинаковым образом. И теперь мы начинаем понимать, что Иешуа, как совершенная жертва, включающая в себя все жертвы Ветхого Завета, он является той жертвой, которая покрывает все наши грехи, и которая также является жертвой посвящения для нашей жизни. Интересный момент, о чем я хочу сегодня, чтобы мы подумали, что очищая нас от проказы, как символа греха, сегодня каждый из нас может быть посвященным, посвященным на служение Всевышнему. Каждый из нас может стать именно тем служителем, который входит в служение священника. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Мы видим, что посвящая свою жизнь на служение Богу, мы то же самое, как тот первосвященник, через слышание Слова Божьего, мы познаем волю Божию, проявляем святость в хождении перед Богом, и мы стараемся быть теми людьми, которые всю свою жизнь без остатка положили на алтарь служения для Всевышнего. Интересный момент, на который я еще хотел бы обратить внимание, что же это за одежды, в которые облекался первосвященник, одежды славы. Знаете, в послании Колоссянам или Колоссинам Рав Шауль пишет такие слова. 12 стих. Итак, облекитесь, 3 главы, как избранные Божии, святые и возлюбленные в милосердие, благость, миренамудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Если кто-то на кого-то имеет жалобу, как и Машиах простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь любовь, которая есть совокупность совершенства. Сегодня мы понимаем, что это именно те одежды, которые Всевышний хочет, чтобы каждый из нас облегся. Освободившись от греха, посвятивший свою жизнь на служение Богу, мы облекаемся в эти одежды, одежды любви, которые помогут каждому из нас исполнить то призвание, которому призывает нас Господь. Это не наше призвание. Мы все когда-то были грешниками, но Бог поднял нас и дал нам возможность стать служителями Брит Хадаша, Нового Завета. И сегодня, исполняя эту заповедь, облекаясь любовью, мы сегодня, как священники, можем ходить в Божье присутствие и носить в своем сердце, у своего сердца, все нужды и проблемы тех людей, который Всевышний будет присылать нашу жизнь. Мы будем ходатайствовать и будем служить этому народу. Я сегодня хочу благословить и помолиться за каждого, кто сегодня нуждается в том, чтобы стать именно этим священником, что сегодня каждый хочет войти в свое призвание, чтобы Бог помог исполнить то предназначение, для которого Он позволил нам родиться на этот свет. Пусть Господь благословит каждого. Дорогой Отец Небесный, во имя Сына Твоего, Иешуа Мессии, я прошу Тебя, благослови сегодня каждого из нас, благослови нам сегодня принять жертву Иешуа и облечься в эти одежды любви, чтобы каждый из нас, наполненный Твоим светом, Твоей любовью, Твоей милостью, Твоей кротостью, чтобы он, каждый из нас, наполненный Твоими качествами, способен был нести нужды и заботы этого мира, ходатайствуя, как это делает сегодня наш первосвященник Иешуа Хамашех. Благослови сегодня людей, которые окружают нас, и помоги нам быть служителями Нового Завета. Во имя Иешуа Мессии. Амен. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.